Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Lenovo Tab M7. И сейчас мы разберемся, как войти в режим разработчика на данном планшете. Итак, для начала мы переходим в настройки, после чего спускаемся в самый низ раздел системы и здесь выбираем о планшете. И в этом во всем деле несколько раз тыкаем по номеру сборки. Потом вводим пароль разблокировки и видим уведомление о том, что мы стали разработчиком. И у нас в настройках системы появилась новая опция для разработчиков. Здесь есть куча различных настроек, о которых иногда мы на самом деле не знаем даже 10%. Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Если хотите выключить для разработчиков, то просто зайдите в эту функцию и отключите ее. После этого она сразу перестанет показываться вам в списке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до скорых встреч.